Следующая, по-моему, 13-я миссия, операция Flashpoint, защитник. 4 июня 85-го. Вот мы и потеряли контроль над портом. Я сделал все, что мог, но их было слишком много. Сейчас все говорят только о войне. Некоторые ребята называют ее началом Третьей мировой. Но, святые небеса, никто толком не знает, что происходит на самом деле. Мы даже не знаем точно, кто наш враг и кто им управляет. Но кем бы они ни были, они заняли южную часть Малдена и оттесняют нас на север. Я присоединился к отряду близ Лописань в центральной части острова, но, честно сказать, наша оборонительная линия там очень слаба. Думаю, у нас не хватит сил сдержать хорошо подготовленное наступление. Надеюсь, нам не доведется испытать это на своей шкуре. Русская танковая колонна двигается по направлению к Лописань. Обороняющий город силы НАТО не смогут выдержать сильный танковый натиск. Вы и сержант Фуллер должны перехватить танки и ликвидировать их, используя мины и противотанковое оружие. Операция начнется в 5:50 близ главной дороги. Установите мины на дороге и добейте уцелевшие танки из гранатометов. Соберите ваш отряд. Так, он закладывает мины, и мне нужно заложить 3 мины. Я заложу как можно дальше. Добегу вот до того дальнего куста, вот куда я сейчас курсором указываю, потому что танков будет 4, и мин на всех не хватит. Так же, как, скорее всего, не хватит и гранат. Поэтому... учитывая, что, скорее всего, один или два танка будут уходить, мы сейчас заложим их как можно дальше на дороге, потому что потом, после того, как весь кипиш проходит, они все равно возвращаются на дорогу и едут по дороге. И вот тут для них будет нежданчик. Сейчас вернусь, без паники. Вот возле этого кустика заложу, между этих кустов заложу бомбу. Так, мина установлена. Сейчас поедет УАЗ, нужно быть готовым спрятаться. Это УАЗ-разведчик. Если он нас обнаружит, то танки сменят свое направление, и миссия будет провалена. Мы их не остановим. А если он нас не увидит, то танки пойдут по этой дороге, где мы их уже будем ждать. Так, до командира 250 метров. Давайте где-нибудь вот тут я мину положу. Маловероятно, конечно, что танк на нее наедет, прямо скажем. Так, УАЗа пока не видно. Куда его заложить? Ну давайте сюда я положу мину. Все, у меня больше мин не осталось. Едет УАЗ, черт подери. Прячемся. Сейчас УАЗ проедет. Так, УАЗ проехал. Возвращаемся. Времени мало. Сейчас танки пойдут. Кстати, УАЗ как бы на мину не наехал. Он там на мину не наедет, которую я заложил. Или ему, в принципе, по барабану эти мины. Эти мины противотанковые, может быть, они... По-моему, они не реагируют. Хотя хрен знает, я давно не играл. Не знаю, реагируют, не реагируют. Мне сейчас надо до командира добежать. Схватить миномет, гранатомет, вернее, М-72. И встречать танки. Так, вон. Наши боеприпасы. 4 гранаты всего, 4 выстрела я могу произвести по танкам. Стрелять, естественно, только в заднюю часть. Так вот, у меня 4 выстрела М-72. Блин, колесико мыши не работает, я не могу М-72 взять. Ёлки-палки. Колесико мыши вообще накрылось полностью. Блять, не работает колесо мыши. Как я должен пролистывать оружие?
Так, схватил М-72. Первый танк сейчас, понятно, взорвется. Но это было ожидаемо, что взорвется. Возможно, сейчас и второй взорвется. Так, прячемся в кусты. Так, командира мы его убили. Я один остался. Черт подери. Танк смотрит прямо на меня. Так, попал в заднюю часть ему. Осталось 3 выстрела. Где он там катается, не вижу. Кстати, этот танк выведен из строя. У него башня. Нет, он не выведен из строя. Кстати, он наехал на мину, походу. Там что-то все взрывается. Возможно, это детонируют танки, подбитые ранее. Да, 2 танка уничтожены, это точно. Еще 2 осталось. Один справа от меня где-то катается. Вот где 4-й, вообще не вижу. Сейчас он жопу подставит. Есть попадание. Ну что, у меня осталась всего 1 граната. К гранатомету. Alpha the base. Mission accomplished. How about you come pick us up? The smoke's killing my eyes. Copy that, Alpha. Transport on way. Так мы все танки уничтожили, друзья. Тут, конечно, мне и бот помог, который погиб. Потому что я помню, что 2 выстрела по танку в цель он произвел. Да, вон взорвался и 4-й на дороге. Он походу на мине подорвался, 4-й танк. Все танки уничтожены. Правда, у меня нет командира, мне непонятно, что я должен делать. Сейчас должно прийти, по идее, подкрепление с запада. Да, вон я вижу, это наши. М113 едет. Как правило, эту М113 уничтожают, если к ее прибытию мы не уничтожили все танки. Но вы видите, мы уничтожили все танки. Напомню, играю на ветеране, поэтому все честно. Ладно, побежали к ним. Что тут отсюда? Задача выполнена, миссия пройдена. Отличная работа. Ваш отряд помог удержать Лаписань. Мы выполнили задание на максимальные 5 звезд. Я уничтожил лично Т-72 и 8 членов экипажа, но потерял командира Джека Фуллера. Всем пока.